Уже из космоса видно, как дым лесных пожаров приближается к Красноярску. На севере края ситуация обостряется. В научно-техническом центре «Космические решения» с начала лета из космоса следили за возгораниями. Прогнозы неутешительные. По словам диспетчеров, только за вечер 2 июля в крае потушили больше 50 пожаров. Сухие грозы – вот виновники возгораний. Самые крупные вспышки сейчас в Ивенкии. 6 тысяч гектаров – это приблизительно 8 тысяч футбольных полей. Еще один пожар в Таймырском округе полыхает уже 9-й день. Диспетчеры говорят, что пока дым дошел до Кодинска, Богучан, Ванавары и Енисейска. В Красноярске он будет уже на следующей неделе.